Человек жив, пока жива память о нем. В музей Магнитогорского металлургического комбината обратился поисковик, собиратель семейной истории Сергей Потехин. Его дед служил в 235-й отдельной танковой огнеметной бригаде. На тот момент она была единственной в Красной армии. Дед погиб под Сталинградом во время боя за поселок Октябрьский. Стараниями поисковиков были установлены списки всех погибших в том бою солдат. Среди них оказался и один магнитогорец. Погибшим героем оказался Степан Федорович Колотенко, 1910 года рождения, работник Магнитогорского металлургического комбината. Они погибли 14 декабря 1942 года. Это была та огнеметная танковая бригада, которая в составе 4-го мехкорпуса вместе с 234-м танковым полком остановила в первые дни наступления Манштейна. Наши огнеметчики части были серьезные, относились к ГАПТУ и к химвойскам. Ну и самое что интересное, танки производились в Челябинске, а бронелисты производились здесь, в Магнитогорске. Благодаря помощи работников музея ММК было найдено личное дело Степана Федоровича. Он работал шлаковщиком и оказался ударником производства. В личной карточке указано, что он выполнял план на 109%. Жил Степан Федорович Колотенко на улице Тургенева в бараке номер 10, в квартире 25. Если у вас есть информация об этом магнитогорце Героя войны, работники музея ММК просят поделиться ею по телефону 24 39 06.